финаливаем наш проект. Он называется «Морской рубеж», это уже третий его сезон. В этом сезоне мы приняли решение о переименовании его. Раньше назывался 1.35 и 1 Воровский, теперь это «Морской рубеж». Заключается он в конкурсном отборе делегатов с города Новосибирска из числа воспитанников военно-патриотических клубов, которые специализируются на морской тематике. Ну, как мы готовились? Во-первых, мы объединились в команду. Этот сезон выдался прям идеальным для нас. С этой командой мы прошли весь проект. И вот, как видите, победили, значит, не прогадали с участниками. Мы из них отбираем по результатам конкурсов. У нас три отборных этапа. Это спартакиада, слет и самопрезентация. По результатам этих трех мероприятий формируется рейтинг, по которому 6 делегатов от города Новосибирска бесплатно едут на корабль в гости к морякам, к нашим землякам, которые проходят.